хочу, чтобы они помогали родителям. Потом, чтобы у них родились дети, они стали хозяйками дома. Дети – счастье, дети – радость, мама говорит всегда. Но они еще могут шутки как-нибудь шутить. Чтобы они вырастали и размножались. Когда вырасту, я буду маму и папу защищать. Покупать им вещи дорогие. Без них тогда не было никого. Чтобы всем стало веселей. Чтобы приносить им подарки. Водить их в детский сад, чтобы они помогали им мыть полы, стирать белье. Дети нужны, чтобы жить, играть и приносить пользу. Посуду, помогать пылесосить, убирать дома. Чтобы детям было с кем жить. Кормят. Чтобы детей охранять. Как бы дети без взрослых жили? Они же тогда проголодались, не ходили в садик. Взрослые их воспитывают. Чтобы они меня купали. Получают деньги и нам и еду покупают. Кто мне садик будет отводить? Чтобы мама их любила. Гуляю с ними, играю, ходили с ними в магазин. Это праздник, когда все дети едут в парке. Это праздник детей. Чтобы защищать детей. Ну, чтобы детей поздравляли. Не оставляли, где попало. Ну, это когда у детей праздник. Они, их родители могут в кафешку отвезти, в парк. Чтобы защищать детей. Где помогают детям и дарят подарки. Чтобы защищать ребенка. Ну, чтобы детей некоторых охотятся, хотят забрать. И которые в приюте живут еще. А еще есть дети-инвалиды, которые всегда будут маленькими или говорить не могут.